В преддверии Дня защитника Отечества в школах Чувашии прошли уроки мужества. Представители товарищества офицеров «Сыны Отечества» встретились с учениками Большеяужской средней школы Вурнарского округа. Подробности в нашем сюжете. В Большеяужской школе прошли сразу несколько уроков мужества. Например, пятиклассникам напомнили о вечных ценностях. А ребятам постарше представители товарищества офицеров рассказали о военной технике. Как называется? 57. Какому году сделали? 57. Молодцы, уже без подсказки работают. Уроки традиционно проходят в формате открытого диалога. Дети не только задают уточняющие вопросы, но и просят рассказать офицеров истории из их жизни. А те, в свою очередь, с удовольствием делятся ими. Мы будем передавать это, значит, наше воспитание будущим поколениям, чтобы в год наставника и учителя, а мы являемся наставниками фактически, и год счастливого детства Чувашии, чтобы наши дети были счастливыми в этой жизни, и чтобы наша любимая Россия процветала. После разговоров о важном настало время конкурса «Смотр строя и песни». Свои умения продемонстрировали несколько отрядов кадетов. Хорошая строевая подготовка, правильная сдача рапорта, выразительное исполнение песен. Что ж, школьникам удалось удивить судей. Мы очень были удивлены, что в таких глубинках есть такие хорошие школы, классы. Просто вдохновение, когда в военной форме, в строевом шагом идут, еще дети поют, это очень изумительно. Дарья Паскарюк, Алексей Еникин, «Вести», Чувашия.